Всем привет, ребят, с вами я, Бладбро, и сегодня мы будем играть в каталог Аватар. И делать скины. Вы можете у меня брать идеи, так что я не виноват. Можно, так и можно брать идеи. Сразу говорю, я не профессионал, но мне кажется, вы посчитаете профессионал. Так, погодите. Я сейчас сделаю. Перезагружу, надеюсь. Все, заходится. Давайте в каталог Аватар. Начнем. Ага, начнем. И еще давайте отойдем, пожалуй. И все мы знаем, что у кожи появился мерч. Неважно, что ты делаешь. У кошки появился мерч. Давайте попробуем написать коржик. Давайте найдем. Не находит что-то. Но, скорее всего, найдется. Давайте тогда напишу Стор и пишет пробую на низкую кожу. Вроде вот так вот. Нет, не находится что-то, но сегодня мы будем делать. Новогодний скин, как я так считаю, точнее реалистичный новогодний скин. Создаем любое тело, особенно с определенными датами, так сказать. Я попался черный, так что мы будем делать черный скин. Листаем вниз, и я сейчас попробую найти нормального пацана, что делать его, то есть это нормально. Давайте попробуем здесь поесть чуть-чуть. Так, ну что за счет персонажа, я пока не знаю. Так, ладно, давайте сделаем издать какого-то персонажа. Туда подается. Это что за маленькая крокозябра? Сейчас все будет масштаб, рост, ширина. Фигуры вот такой вот. Ну и вроде вот самый лучший набегать. Давайте мы снимем его одежду. Самое камера для него толь. Ой. Сейчас секундочку. Эмс. Сейчас Петрик дает Дэнни, руку Дэнни. Нет. Давайте тогда напишем просто Дэнни. Блин, я забыл, как он пишется. Дэнни. Вроде. Блин, Крис переодевать. Кику. Нам придется переодевать его. Ставим дальше. Ой. Так, он уже высокий, да? Итак, складываем сейчас его руку. Нога. Торс.
Себе что, здесь есть одежду? Серьезно? Погодите. Я верю в то, что с него можно снять одежду. Задайте мне про листок. С него реально известно с одежды. Блин, надо искать другого персонажа, с которым можно себя взять. Вот сам спать. Моргает еще даже. И одежду снять можно. Отлично. Итак, списывайте у меня одежду. Ну, для начала мой шум. С волос. Чтобы потом не искать. И вот мой любимый цвет зеленого цвета. Так, я буду грин искать. Зеленые. Но у меня же, блин, они какие-то классические. Так, ладно. Ищем. Это что такое? Это я не знаю, я просто больше посмотреть. Ради забавы. Вот эти хорошие, да? Дать мне волосы, блин. Ну, погодите. Лысину видно. Лысину видно. Да. И нужно головку. Зеленых волос много, в принципе. Точно, я же забыл, мы же делаем скин черным. И какой же... Блэк. Итак, долго, наверное, будем искать. А мы... Не серьезно, можно было вебку просто включить. Я для вас сюда вот передвину. Ну и поменьше сделаю. Такс. Где же тут идеальная прическа? Ребят, я не понимаю, если честно. Я реально не понимаю. Я не понимаю, ребят, серьезно. Не обращайте на меня внимания. Так, ну ладно. Ну, черный-белый. Ну, здесь стенки. Ну... Ой, боже мой. Блин, ну почему все такие короткие? Вот тут хорошие. Ну, кстати, вы можете видеть, какие у меня волосы. Я пытаюсь... Наверное, снять. Ну, вы видите, какие у меня волосы. Я еще похожие. Слушайте. А если я так напишу? Вот. Не, погоди. Не, ребят, вы можете посмотреть, что-то у меня сзади. Ну, блин. У меня челка вниз будет. Хорошо. Ищем челку. Ой. Ну, у меня не такие волосы. Сори. I'm sorry. Да что такие волосы? Мне робок строит. Ну это женское. И так далее. Блин, мне придется такие волосы оставить.
Но я не хочу, серьезно. Ну почему такие надо оставлять? Ой, ну придется такие оставлять. Давайте какую-нибудь футболку черную найдем. Блин, надо еще гарду взять. Ну да, черных футболок много. Я сейчас дома записываю. Я могу вообще посмотреть, что там у меня есть. О, боже, боже мой. Сложно, реально очень сложно. Хорошо. Но мне потом надо белую кофту одеть. Сейчас, секунду. Шок просто. Но я делаю качественно. Блин, у меня нет на черной футболке. Хотя, хоть у меня такой вот нету, но я бы записала. Ладно, пока что я это оставлю. Даже, наверное, в избранное добавлю. Я добавил? Как ее добавить? Я когда добавила в избранное. Кажись, меня нашли. Мне даже... Погодите, мне кофту... Так, погодите. Мне кажется... Мне сейчас кофта может пойти даже. Мне нужны именно штаны, и это все сейчас уберется. Ой, что-то баб? Ну это женский более. Так что я, наверное, одену вот такие вот. Чтобы не серьезно. Ну, конечно. Нет. Ну, я... Ну, почему? Я жду спасения. Ладно. Как куртки, футболки. О, как это... Я пишу белую. Я не понимаю, ребят. Ну, серьезно, как это возможно? Это капец сложно. Ладно, я смонтирую. Ребят, что-то мне кажется... Тоже, но я только включила. Тоже такие модные. Ребята. Ну, если синяя, то, наверное, будет шикарно. Я уж надеюсь. Вы можете написать в комментарии, в принципе, то, что
выпущу. Маленький так уже долго идет. Капец, короче. Какие шишки. Мне тоже недолго. Я пару часиков, наверное, буду это делать. Кстати, в принципе, можно такую же футболку, как и у Ёши. Реалистичного скина. Костя, давайте. Но мне нет ничего подобного, реально. Ребят, ну серьезно, у меня нет ничего подобного. Так что я еще... Я выбираю это и не вредно склонить. Я уже хочу... Я уже лег на кровать сейчас. Потому что я реально устал. Мне еще аксессуары добавлять. Это капец. И вы понимаете, для вас это так очень мало времени, только 15 минут. Вот если я уже 16, для меня это очень долго. Приехала 18. Теперь я 25. Вижу, кстати, у меня что-то проблемки. Ну слушайте, если я так пригляделся, то это довольно-таки бодро даже. Правильно, получается, он хороший довольно-таки скин. А давайте, погодите-ка. Старые шорты. Что это нам не нужны, нам нужна обувь. Серьезно, на земле тут должно новое появиться, обещаю. Это старая. Да, это старая обувь. Нет, мне еще... Но она мне даже очень сильно помогает. Поэтому я сейчас... Лицо мое известно, но здесь у меня будет маска. Пишу маска. Маска. Блин. Все бабуся. Ну вообще хорошо, но на какие-то странные. Кажись, я сейчас долго буду искать мне магазин. Знаешь, что не могу ускорить для вас видео, но придется монтировать. Вот! Вот, отлично, реально маска. Немного закрываю глаза. Ну и че? И что такое? Теперь мне придется шаги. Аж бесплатно вот такой. И он сидел. Ну, так нужно и на наушники. Реально, вот наушники. Наушники. Можно писать на русском. Просто надо пролистать книжку чуть-чуть. Ну... И практически такой же. Только золотой довольно-таки. У меня золотой крест.
Лежал так с почкой. Лежал. А давайте позапросим Иисус. Ой, я бы неправильно написал, кажется. Ладно, давайте на лошадь пишем. Не важно. Во, прям сразу. Ладно, не сразу. Вот он, наша пачка. Что она и видна. Видна, точнее. Все хорошо. Ну, пачка, посадись. Нет, серьезно, давай на плечо кого-то посадим. Хотя, зачем на плечо? Ведь у меня же... То есть, прекрасно, тут есть прекрасная ксалуша, которую мы... И аксолотль, которого умеет летать. Обожаю. Кстати, наверное, двое даже поместит. Зайка. Ну, что-то камуфляжный какой-то. Это на басике. Короче, друзья, пока. Если... У меня будет два синих аксолотля. Что-то раз. Мне не нравится. А зачем мне два синих тогда есть? Один. Снимаем его. Такой наборчик, кстати, можно проверить. Очень хотелось бы этого проверить. Короче, 23 минуты уже ролики. Немного уже сколько... Да, начинается. Не знаю, для вас это хорошо. Я хочу подписку. Я просто... Я реально новенький. Вы можете посмотреть дату создания. Я капец новенький. И хотелось бы хотя бы 100 подписчиков. Обожаю. Я хочу делать качественный контент. Я хочу реально делать хороший контент. Не подписывайтесь, у меня до сих пор 63 подписчика. Да, это много. Мне хочется не 100 больше. Но сотка. Я один, наверное, ролик специально сделаю. На сотку подписчиков. Я для вас сделаю. Чтобы подписывались. Я, наверное, за хэштег. Я буду ставить хэштег. Ну, ладно. Продолжим. Я уже максимально крест сделал. Так, ладно.
Нет, ну подпиш. Вот пока еще время подписаться тоже. Вы не понимаете, я обыскал весь магазин. Для меня это капец сложно. Я не понимаю, если честно. Так, за план нельзя поставить лайк. Хотя бы один лайк. Пожалуйста. Один. Вот у меня капец мало лайков. Так, ладно, давайте выкусать ролика. Итак, я уже полный магазин искала, кстати, нет. Опять нового нашел. А давайте по запросу green. Точнее, black. Red, точнее. Red. Ой, блин. А что вообще справа? У меня там уже один, два пэта стоит. Давайте вот... Если он сейчас будет... Какой справа? Нет, я ёлочный шарик. Он мне какой-то... Ой, боже мой. Мне так 26 минут. Так сложно. Не можешь просто реально оба два пэта и один пэт справа, другой слева. И как с любым. Ну вот вас, вы согласитесь? Если... Опа. Пожалуйста. Ну, да! Боже ты мой! Дайте мне хотя бы П. Но он тоже должен быть слева. Да какой справа! Не, серьезно, он точно, да? Окей. Я сейчас такое напишу. Лэ. Это лев. Лефт. Лево. Отлично. Теперь есть право, да? Давайте напишем тогда право. Как больно. Я уже реально стала право. Ладно, справа, да, рука хотя бы. Да, все. Теперь все справа мне будет. Это очень-очень хорошо. Мне будет сейчас справа, значит, это очень круто. Если все справа, то тогда это круто. Попугайчик. Еще пару минут этого. Долго, капец, ребята. Вообще, для меня это кажется 7 часов. Пожалуйста, 20 минут. Не, серьез, надо уже быстро заканчивать. У этого ролика вот вторая часть.
Ладно, давай я закончу, и это останется руки. Короче, ребят, спасибо вам всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Бай. Забыл.